продолжается восстановление леса на территории Миаса. 3 октября вдоль Тургаяктского шоссе было высажено около 1000 молодых сосен. Территория городских лесов. В 2009-2010 году здесь были сильные пожары. И за прошедшие 3 года лес стал погибать. Данную территорию был лес отведен жителям для отопления на дрова. Деньги, которые получил муниципалитет от реализации этой древесины, сегодня были потрачены на приобретение посадочного материала. Это делается в рамках программы «Экология», которая в данный момент проходит в Миасе. Плотность посадок возросла в 3-4 раза, но, возможно, не все деревья приживутся. На самом деле, то, что сегодня делаем мы, это мы делаем для наших детей, для наших внуков. Это та работа, которую необходимо делать каждый год. И мы ее делали на протяжении последних 3 лет, и я думаю, надеюсь, что и будем делать в будущем. Глава администрации Миаса Станислав Третьяков поддержал прошедшее мероприятие и выразил надежду, что данная акция будет не последней. Мое отношение такое, пока одни говорят о сохранении леса, но его не сохраняют, да, только говорят. Другие просто берут саженцы, берут лопату и садят этот лес. И вот 6 тысяч саженцев, которые посадили управление экологией собственными силами, да, средствами на муниципальные деньги. Ну, наверное, это реальная работа по сохранению леса. Можно долго болтать, а можно просто прийти и сделать. Люди делают.